Всем привет, с вами Прия. За все время своей игровой деятельности в World of Warcraft, десятилетний уже опыт имею, наиграл очень большое количество часов суммарно и, в принципе, очень много каких-либо персонажей прокачал. Так вот, в Легионе была такая удивительная механика выпадения легендарок. Она есть даже и на текущий момент в Battle for Azeroth, например, вскрывая старого Близкотрона или посещая какие-либо старые легионовские данжи, рейды, вы также можете дропнуть легендарки, и их также можно использовать, найти им применение в путешествиях во времени. Они там прекрасно работают и показывают себя просто на ура. Бонусы их, особенно Сефус, очень сильны при прохождении путешествий во времени. Так вот, в Легионе я во второй половинке этого дополнения начал играть за ДК. Пик игровой деятельности Рыцаря Смерти пришелся на Анторус. Сет даже надетый на ДК в текущий момент, он из Анторуса. Как были дропнуты абсолютно все эти легендарки, в каких интересных общественных местах они выпали мне и в какой последовательности вы можете лицезреть на всех собранных клипах, ну и скриншотах, само собой. Будьте аккуратны со звуком. О, привет! Спасибо. Вскрываю сундучок, как вы это в чате можете видеть. Лутаю легендарный пояс. Вторая легендарка на Рыцаря Смерти. С периодичностью, да не знаю, часа, наверное, в 4. И вам огромное спасибо, то, что вносите вклад в развитие моего Рыцаря Смерти. Ох, сейчас бы что-нибудь хорошего такого упало, я бы радовался, сидел. Четвертое. Здорово. Перчатки вообще бисовые. И Придос. Ой, я прям в сундуке. О, легендарные запястья. Здорово. Вот это именно то, что мне нужно было. Это кайф. Это уже седьмая на моего рыцаря смерти. Все относительно классно. Ну, в игре, да. Внимание! А. Сергея Викторовича. Оставивши паспорт и посадочный талон в зоне досмотра внутренних авиаций терминала 1. Привет, что это? Это я лут не поменял. Я топовый. Мне тут 10-й легендарный предмет уже успел упасть. Говорю перед этим, говорю, что вы сделаете, если мне упадет Лего? Тайм. Ну как бы, давай, стартуй. Понимаете, что самое интересное? У меня до сих пор нету поступи Агромара. У меня ее нет. Ох ты, два сундучка сейчас вскроем. Блять, ну почему я оставил лут на Бладе? Ну надо же было на Фроста поставить. О! Легендарочка. Бисовая Лего в прошлом. Ну да. Тайная магия, 915. О, Лего упала! Вот за старание, кто старался, тот и налутал. Это как упало рандом Лего. Еще две на Анхолика осталось. Один is actually the hardest boss on Tyrannical. 40 минут. Because no. The spear is so fucking hard. The longer the fight goes. О. Oh. Oh, that's legendary. 23rd for my Death Knight. Oh, Noah's fucking easy, guys. Don't fuck up. But I don't know. Does anyone need a neck? Там неку сейчас делить будут, ну пускай делят. Thanks all, happy new year. And bye bye. No, no, mate, we're playing lower. RT soon, I need my guild in Agramar Mythic. Agramar Mythic? What the fuck? Yes. A new yes? Bye bye. Okay. Так, так лучше намного. Ну, прошел я с ними чертоги, прошел, все. Ну да, ясное дело, то есть я не умирал на трэше, я не умирал на боссах. Конечно, им понравилось. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, не забывайте о других видосиках. До скорого.